Здравствуйте, я была прооперирована в клинике Константина Викторовича Пучкова 10 февраля. Сегодня 16 февраля, чувствую себя замечательно. Конечно, боялась, были страхи, но когда я попала в руки Константина Викторовича, все страхи ушли. Я вам хочу сказать, что не бойтесь, потому что здесь все именно так, как должно быть в медицине. Во-первых, профессионализм, во-вторых, человечное, желанное и супер внимательное отношение к пациентам. Третье, это замечательно подобранная команда. Врачи от Бога. Четвертое – это чистота и порядок такой, который, мне кажется, что здесь все стерильно. И все это зависит от руководителя. И я хочу поблагодарить Константина Викторовича за то, что он такой, потому что именно руководитель умеет все это организовать и поставить так, как должно быть. Спасибо.